40 лет назад в Советском Союзе выпускалась активная автомобильная антенна «Волна». Но сейчас на картинке не она, а антенна «Триада» 180. А вот и активная автомобильная антенна «Волна», которой 40 лет. Дизайн 40-летней давности выглядит вполне современно. А вот штекер и провода питания, конечно, уже совершенно устарели. Антенна «Волна» крепилась к зеркалу заднего вида при помощи специальной металлической скобы. Современные антенны крепятся к лобовому стеклу на специальный двусторонний скотч. Сохранились даже инструкции по установке автомобильной антенны «Волна». А вот чего нет в антенне «Волна», так это индикаторного светодиода у подачи питания. Даже спустя 40 лет антенна «Волна» смотрится вполне современно. Давайте ею полюбуемся с разных ракурсов. А вот это автомобильная радиоантенна «Триада 180». В таком дизайне компания «Триада» изготавливает несколько видов антенн. Но об этом в следующий раз. Подписывайтесь, лайкайте. С вами был рулевой канала Станислав Булыш.